Мне кажется, мы нашли в конце второй половины как бы вот энергию, когда, и я даже в тайм-ауте об этом сказал, что мы нашли энергию от защиты, и в принципе Курбанов, я бы отметил его, который... Мы хорошо начали, как-то не могли поставить его в первой четверти, вот, но выйдя во второй, он в принципе дал нам то, что чем сербы брали нас, вот, такой физической игрой. И он такое ощущение, что его, так сказать, вот эта вот физикалити, активность передалась и другим игрокам. Вот, и в этом был, наверное, один из ключевых моментов, что мы поняли, что мы можем продолжать. Хотя, когда мы отлично начали, а потом провалились на отрезке и начали сомневаться, мне кажется, в себе. Сегодня нас не вынуждали играть так, как вчера. Вот. Вчера я только что сказал, что надо было играть больше индивидуально. Надо было отвечать на то, что они, как сумасшедшие, нас атаковали двойным нападением, ловушками. Вот. И ты вынужден играть так, как тебе диктует соперник. Вот. Сегодня мы, в принципе, сербы... Опять же, на турнире в Германии показывали очень неплохую защиту, давление на мяч, и потом они своим размером компенсируют. Ну, как бы, когда ты меньше, тебе в два раза больше усилий, ну, не в два, но там в процентном отношении, я не знаю, как посчитать, вот, но больше усилий приходится приложить, чтобы какие-то вещи сделать. Вот, в принципе, Никита своим размером нам и помог еще и в этом отношении. Мы можем играть лучше, если мы будем... до конца следовать собственным взаимодействиям. Местами мы их ломаем и местами не входим правильно. Мы боялись этого расписания из-за того, что вчера поздно закончили, сегодня настолько раньше играли, не знали, как мы восстановимся. С другой стороны, после вчерашней победы я сказал, лучше сербы сегодня. Хотя мне не нравилось изначально это расписание, но теперь я после игры сказал, лучше сербы сегодня, чтобы потом не расслабиться на ком-то, не отнестись с прохладцей к кому-то другому. Вот. А так сам статус матча и соперника диктовал то, что нам надо будет приложить усилия.